Завершено расследование уголовного дела по обвинению трех ржаветян в совершении тяжких преступлений. В ходе предварительного следствия доказано, что 35-летний житель Ржева являлся организатором группы, совершившей на территории Зубцовского и Ржевского районов кражи из частных домов. К совершению хищения лидер привлек 36-летнего и 34-летнего жителя Ржева. Злоумышленники взламывали окна, проникали в дома, откуда похищались похищали электро- и бензоинструменты, бытовую технику, дорогостоящие рыболовные принадлежности, велосипеды и многое другое. Общий ущерб составил порядка 600 тысяч рублей. Похищенное перевозилось на автомобиле с подмененными госнамерами. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска в ноябре прошлого года. Наибольшая часть украденного имущества возвращена владельцам. Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В Зубцовском районе на 186-м километре трассы М-9 «Балтия» в автомобильной аварии погиб человек. Столкнулись «Лада» и «Пятитонник» и «Века». «Лада» при повороте налево не уступила дорогу большегрузу. В ДТП погиб пассажир отечественной легковушки. Пострадал и водитель «Лады». В Конаково на улице энергетиков автомашина «Лада Приора» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 15-летнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу. В Кимском районе автомобиль «Рено Дастер» пошел на обгон. Водитель не справился с управлением. и Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Пострадала 22-летняя женщина, находившаяся за рулем «Рено».